Нет, утро воскресенье, мы едем из отеля, мы едем в пляж такой, отсюда где-то минут 40 ехать. Это город Гринбей, штате Висконсин, 105 тысяч человек населения. Было в 2017, не знаю, сейчас, может быть, уже побольше. И тут вот залив. Там какой-то, в общем, индустриальный город, но тем не менее, вот был Amusement Park, мы вчера куда ходили, и там, кстати, бесплатный такой. Кстати, тот парк, где мы были вчера, где показывали там животных, это бесплатный, никаких не нужно покупать специальных билетов для этого. Строят новое здание. С этого фривея на другой, который идет на Two Rivers. Это парк такой, там городок такой. И там в том городке находится вот этот парк с пляжем, куда мы собираемся попасть сегодня. In 15 miles, turn left onto 22nd Street. Вот такой вот красивый вид. Обе стороны дороги. Цветочки полевые растут. 15 миль мы едем по этому фривею или хайвею, как его правильно назвать, этой дороге до того города. Ну все, едем, уже скоро должны подъехать к тому месту. Вот просто хочу немножко показать вот эти вот такие вот фермерские районы. Так, деревушки вот выращивают. Ламас, окей. Лам выращивают. Люди очень аккуратно, чисто все вокруг, нету мусора. Косят траву, смотрю, некоторые ездят тут на этих специальных машинках. Мувер называется, который. Вот, некоторые имеют вокруг дома много-много цветов. Одна прямая дорога, несколько миль. Вот, вдоль дороги, я смотрю, все так аккуратно, чисто. Ухоженные такие дома, районы. Вот population, да, количество людей. Вот городок, куда мы едем, Two Rivers называется, две реки. 11700 человек проживает. Вот в таком городке вот есть вот такое кладбище, тоже достаточно ухоженное. Вся трава скошенная. Огромные памятники, венки искусственные, они тут долго их не держат, они обычно убирают быстро. Тут достаточно длинные тоже. А некоторые живые растут прямо в этих подставочках с землей. Несколько церквей. Вот мы проехали буквально в течение нескольких минут, несколько церквей различных. Вот первая река, наверное. Вот уже река. Приезжаем. Магазин Walgreens, где лекарства всякие. Continue onto 22nd Street, then turn right onto Pear Street. In a quarter mile. Yeah, we can go back in there. Let's just drive down here and look for something.
Да, проехали детскую площадку, но GPS сказала, что мы уже приехали. Немножко вокруг проедем, посмотрим, что здесь. О, пляж уже, вот он. Уже видно озеро, за озером Мичиган. Пляж, сэнд. Песочный пляж. Никого нету. Все наше. Кого нет? I said nobody is here. Everything is for us. Yes. I don't know if we can change the dress somewhere. We can change maybe right in the park. There's nobody here. Люди только стали сейчас 9 утра. Люди только стали приезжать. Поэтому народу почти никого нет. И нам это очень нравится. Выбор места, где мы хотим. Nice. There is a bus stop. Wow. Остановка автобусная. Bus stop number one. Есть уже люди вон. People are in water. The dogs even. Okay, I think we go right over here. Okay. What do you think? Вот такой вот beach пляж на озере Мичиган. Чистая вода, небольшой ветерок, солнышко. Мы уже устроились, поставили. Ничего не вижу, что я снимаю. Против солнца поставили два зонтика, одеяло. Там маяк. Это парковка. Туалеты вон стоят. Мусорные ящики там, волейбольные сетки, баскетбол можно играть. Так что все достаточно комфортабельно. Мы пошли немножко загораем в воду и поедем еще в какое-нибудь другое место. Или домой сразу. Вот мы перед отъездом домой отъехали от пляжа. Аж там полиция приехала наблюдать, видно. Вот. Здесь вот такой парк еще. Мы тут сели, перекусили. Здесь вот даже есть для мангала. Мангал можно приготовить что-то, если кто хочет. Вот остановка автобусная. Машина наша стоит. Уже люди стали парковаться здесь даже. Было вообще пусто. Мы приехали буквально 2 или 3 машины. Сейчас все полностью. Люди даже паркуются вдоль улицы здесь. Вот. Сейчас мы собираемся уже отправляться обратно. И вам всем тоже хороших выходных. Всем пока.